Мужики для подвигов рождаются, для того, чтобы совершить полет, а потом, увы, перерождаются, пьянствуют недели напролет. Всюду вымогают угощения, никому покоя не дают, и впадают в умопомрачение, и жену уже не узнают. На жену глядят они и кажется, это баба лютое жулье, а иначе кто еще отважится проникать в мужицкое жилье? Ведь у них жена красотка юная, и улыбкой вся озарена, ну а эта толстая, угрюмая, безусловно, это не жена. Значит, надо быстренько управиться с толстой негодяйкой самому, чтоб не испугалась красавица, обнаружив эту дрянь в дому. И начнет мужик жену выталкивать, и от нетерпения даже бить. Ну а та не будет ведь помалкивать, будет упираться и вопить. Уходи, преступница проклятая, зарычит мужик, впадая в раж. А жена, ни в чем не виноватая, упираясь, посинеет аж. И ударит он ее по темени всей немалой тяжестью руки. Не со зла, а путаясь во времени, часто так скандалят мужики. Да, конечно, пьянство осуждается, но не только в пьянстве дело тут, а и в том, что все перерождается и бесследно годы.